Понедельник. Полдень. Понедельник. Воды нет. Мне один умный человек подсказал вот про этот, про аэратор. Ну, я его прочистил, да. Там много было всего. Но проблема кардинально не решилась. Если нет воды, то и как бы чистить что? Ну, почистил я аэратор. А воды, если воды нету, хрен. Где она там, эта вода? Нету ее? Да, придется ждать. Даже мыться не могу. Вот такая же фигня на кухне. Воды уже, не знаю, минут 5, наверное, нету. Пошел вот из туалета на кухню. Здесь вот тоже тю-тю. Это вообще такой жесткий. Жесткий это самый. Дедлайн, блин. И там нет, и здесь нет. Тоже понедельник, как бы. Понедельник, полдень. 6 января. Неужели такой трафик? Сейчас воды у всех. Что я говорю, куда-нибудь там ее делим? Капец вообще.